Вы на канале Tarot Angel Planet, и у нас сегодня техника. Называется она «Волшебная сила». Мы будем смотреть через колоду «Осознанные сновидения». Итак, для чего эта техника нужна? Пара слов. Мы направляем свою энергию на поиск ресурса, на поиск новых возможностей. Это, опять же, для решения проблем, а может быть просто вот поиск чего-то, вот себя. Я ищу себя, ищу, как мне жить, как мне радоваться жизни, как мне лучше поступить. Но это тоже в некотором роде проблема, да? Кем мне быть? Какое мое там предназначение? Какой мой ресурс? Что я могу? Куда я могу себя использовать? Куда я могу себя направить? Не забудьте поставить лайк, подписаться, отметить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И мы начинаем. Давайте мы сформулируем, да, свой запрос. Может быть, у кого-то проблема, может быть, у кого-то какая-то задача, которую хотели разрешить. Может быть, что-то мы хотели сделать. Куда мы направляем свои ресурсы? Ну, вы тут, судя по карте, всесторонне развитая личность, потому что карту что так можно посмотреть. Куда ни кинь, везде, да, клин, везде. Везде все, вот мы следуем за бабочками, за какими-то. Дороги везде открыты. Может быть, мы слишком вот так с легкостью бросаем старые. С легкостью, конечно, новые начинаем, но какой-то приверженности нам не хватает. Что, какие образы у вас вызывает, что, какие чувства вызывает, смотрим, чувствуем, ощущаем. Радость ли это или наоборот вы думаете, ну нельзя так, да, следовать. Слишком все легко. Стоит ли вообще следовать за этой мечтой? Почему туда тянет? Почувствуйте, подумайте, как откликается. И смотрим, с чем связано, да, какая реальная ситуация. Что мешает нам, что помогает найти решение. Так, ну тут интересная тоже карта такая. Девушка стоит по колено в воде. Мешает вода, как какая-то рутина, да, так как символ рутины. Как вы себя ощущаете в этом окружении? Что напрягает, что нет? Герои тут явно героини, да, как женщине, девушке. Мешает продвигаться вода. Ну и как бы жить тоже в этой воде. Некомфортно дома, в доме рутина. Мешает, может быть, продвижению бизнеса, да, колени высоко надо задирать. Все намокает, все промокает. Как будто, да, может быть, путы на ногах, ноги связаны. Какие пути решения вы видите вот из этого всего? Давайте достанем еще одну карту про пути решения. Мы расширяем благодаря раскладу наше восприятие. Расширяем реальную ситуацию, неосознанно смотрим, осознаем и обращаем внимание на то, что, может быть, раньше упускали. Давайте смотрим, какой у нас есть выход, да, будет ли у нас этот выход. Карта тоже очень хорошая, очень интересная. Мне кажется, вот выход как раз из этой ситуации есть. Вот тут вот вода, и тут тоже вода, можно погрузиться в эту рутину, книжку почитать. В общем, есть возможность отдохнуть. Если воды много, давайте в эту воду превратим в ванну, пальмы, попугаи. Может быть, эта карта вам скажет о том, что надо что-то принять. Может быть, вы куда-то съездить не можете, здесь много рутины. Ну, можно этот мир себе создать, погрузиться в него в книге. Может быть, это о том, вот, что вы давно хотели сделать, но себе не позволяли. Может быть, что-то себе не позволяли. А может быть, сейчас вы как раз начнете визуализировать, представлять, мечтать об этом. И оно рано или поздно сбудется, потому что вы явно уже будете в своих благоприятных ощущениях. Ничего вам мешать не будет, как вот по этой карте. И, в принципе, туда, куда вы хотели, вы дойдете, судя по тому, что эта техника называется «Волшебная сила». Мы просто сейчас, подумав,
об этом посмотрев, трансформируем нашу энергию из вот этого состояния вот в это. Мы ее сейчас на подсознании трансформировали, а это значит, что таким магическим, волшебным способом и в реальной жизни вы найдете, как трансформировать, и в реальной жизни у вас все, что надо, произойдет. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши. Принимаю с благодарностью. Обязательно ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А я вас жду на своих индивидуальных раскладах. Ссылка есть в шапке канала в описании видео.